Фирма «Автодизайн» представляет запатентованную разработку фургон с боковой загрузкой «Свингмастер». Он предназначен для перевозки затаренных напитков, мебели и других сборных грузов, требующие быстрого и удобного доступа для разгрузки и погрузки. Конструкция фургона – каркасно-панельная из сэндвич-панелей. Распашные борта с двух сторон имеют оригинальный запатентованный рычажной механизм, который надежнее и долговечнее тросовой системы раскрытия бортов. Механизм обеспечивает раскрытие нижнего борта вниз и движение верхнего борта внутрь под крышку фургона. При этом положение верхнего борта не снижает полезного объема фургона. Усилие на открытие и закрытие бортов не превышает 15 кг. Это увеличивает скорость и удобство загрузки и выгрузки фургона. Особенно это удобно при разгрузке небольших партий при мелкооптовой торговле. Конструкция фургона и уплотнителей обеспечивает его влагонепроницаемость. Замки бортов из нержавеющей стали. Внутри фургона устанавливаются врезные потолочные светильники. По желанию заказчика фургон может быть оборудован холодильной обогревательной установкой для обеспечения температурного режима внутри фургона, откидной подножкой, встроенной в нижний борт для обеспечения удобства входа в фургон, приставной лестницей, которая в транспортном положении крепится на передней стенке фургона, боковой защитой шасси, варианты исполнения фургона с задним грузоподъемным бортом, с задними распашными дверями. Фургон предназначен для установки на любые шасси грузовых автомобилей и рассчитан на длительную эксплуатацию без потери своих потребительских свойств. Фирма «Автодизайн» имеет 10-летний опыт производства фургонов «Свингмастер». Наши кузова работают на такие компании, как Coca-Cola и Pepsi в различных городах России и СНГ.